Друзья, всем привет! Вы на канале Сершафта. И сегодня у меня рубрика распаковки посылок с AliExpress. Месяц назад меня попросили заказать сапоги женские. И сегодня посылочка пришла, и я вам о ней расскажу. Ну, собственно, вот такая вот посылка, совсем даже не маленького размера. Но на ней есть потертости от транспортировки Почты России, как обычно это бывает. И погнали на стол и посмотрим, что там пришло. Итак, друзья, вот мы, собственно, опустились на стол, и сейчас будем смотреть, что же у нас пришло. Ну, во-первых, хотелось бы сделать замечание по упаковке, но давайте сначала вам расскажу, что здесь написано. Вот это означает, что посылка шла 27 дней, трек-номер отслеживался, и он был, и стоил на момент покупки 1149 рублей. Давайте посмотрим пакет и проверим, как он выглядит. Вот смотрите, вот такие вот дыры. Мама! То есть это не я делал, это так было. Вот здесь вот тоже, смотрите, такие вот. Я не знаю, что с ним делали, но такое ощущение, как будто чем-то острым. Или может чем-то ехал, непонятно. То есть видите, пакет в таком состоянии. Вот эта часть тоже, видите, какая? То есть здесь такая прорезь прямо. Внутри сапоги, я смотрю, они еще запакованы, в принципе, еще в один пакет. Давайте распакуем, посмотрим. Думаю, ролик не буду растягивать, сделаем все по-быстрому. Но мне кажется, его можно не разрезать ножом, а можно просто порвать, подцепить за какую-нибудь дырку, за это, например, и распаковать. Так, выкорчевал из пакета. Все, пакет пустой, в сторону его. Здесь вот этот пакет тоже порван. То есть, видите, да, вот эта часть пакета разорвана. Давайте вытаскиваем из него. Ну, собственно, вот мы сапоги достали. Сейчас я вам здесь ставлю где-нибудь скринчик, как этот заказ должен был выглядеть. Размер мы заказывали 6,5. Ну, в принципе, на скрине все просматривается. Длина стопы 23 сантиметра, европейский 37,5, китайский размер 37. Давайте сейчас их поднесу поближе и рассмотрим, что да как. Ну, вообще, мне интересно качество исполнения, как это выглядит. То есть вы скрин посмотрели, а теперь смотрите в реально, как они выглядят. Здесь стоит подворот. Вот эта сетка, кстати, на них, она идет не сквозная. Здесь изнутри есть вот такая ткань. Она теплая, такая типа баечки какой-то. А здесь получается вся вот эта сетчатая. Так, вот эти блестяшки по фотографиям, судя, должны быть как-то вот так. Здесь, соответственно, есть ремень, который можно подтягивать. Ну, в этом будет уже разбираться тот, кто будет в них ходить. Чуть-чуть пятна клея видно, конечно, вот здесь вот с краешку. Но очень мало. Подошва прошита идет. 37 размер. Здесь есть набоечки на них. Эта штука, мне кажется, она все время будет мешаться, но не факт. Так, а второй... Ну, в принципе, без придирок. Есть чуть-чуть вот нитка. Да, не, нормально все. Цену смотрите в описании. Сколько они сейчас стоят. Ссылочки я всегда все оставляю. Сейчас еще попробую сделать так, чтобы их померили. И покажу вам, как они выглядят на ноге. Так, друзья, собственно, вот такие вот сапожки. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Кому не понравилось, тоже пишите комментарии. Все цены ссылками в описании, проходите, заказывайте. Если возьмете 36, то, скорее всего, на 36 они будут маловаты. То есть нужно брать чуть-чуть, ну, 37, как вот эти вот заказали. Собственно, вот такие сапоги. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы и пока.